смотри, видишь, хотят с нами дружить. Какой ты классный, агрессивная решеточка, ты такой популярный. Интересно, что она ответит. Интересно, ну-ка. Всем привет, ребята! И сегодня у нас очередная серия «Как стать популярным в Adopt Me». И для этого я переоделся, я подписался агрессивными решеточками, встал возле красивого грибочка и вижу Еву. Ева, привет! Привет! Ой, да, это ты! Так что я как бы... Как я и говорил уже в прошлых сериях, я выписал себе в блокнотик много идей, как стать популярным в Adopt Me. Но сегодня у меня идея особенная, потому что со мной знаменитость, а именно Ева. Ева, ты мне будешь помогать стать популярным в Adopt Me. О, хорошо, давай попробуем. Так вот, имея знакомство с таким популярным человеком, можно стать самому тоже популярным. И вот, смотрите, казалось бы, такой непримечательный маленький синенький чебурек вместе с вот этой вот бензопилой хвостиком становится уже не таким обычным, если с ним рядом стоит вот такая вот красавица с черно-зелеными волосами и рюкзаком с сердечком. Кстати, Ева, знаешь, что я заметил? У тебя в рюкзаке какая-то водичка и сердечки. Но главное водичка. А я как раз хочу пить. О, господи, Ева. Я только сейчас это заметила. Да, слушай, я просто приближал тебя и заметил это. Так, короче, смотри, Ева, такой у меня план. Ага. Такой у меня план. Смотри, сейчас мы, так, где мой питомчик, вот он мой, моя малютчика. О, такой Всё. Милый. Стоп, я хочу лететь, я хочу быстрым быть. Сейчас я иду в центр, открываю чат и говорю, я даже не знаю, я еще ничего не говорю, просто стою в центре и подбегаешь ты, а потом я говорю, привет, Ева, давай дружить, а ты мне говоришь, ой, привет, агрессивная решеточка, давай дружить, и все, и они такие, какой ты классный, агрессивная решеточка, ты такой популярный, и все, и понеслось, видишь, вот это, в принципе, по-моему, рабочая стратегия. Ой, ну хорошо, давай попробуем. Так, ну все, я встал в центре, идет Ева. О, Ева, привет. Написал тебе, все, давай, отвечай мне, чтобы все подумали, что ты прям очень хочешь со мной поболтать. Привет, так отлично. Давай дружить, Ева, давай дружить. Агрессивная решеточка? Да, это я, Ева, это я. Давай. Отлично. Так, я твой друг, я забрался на тебя. Так, а почему никто не реагирует? Ищу девушку, пиши я. Так, кто еще хочет дружить со мной и Евой? Так, ну давайте быстро, кто хочет еще дружить со мной и Евой? Что, никто не хочет? Ева, мне кажется, это очень-очень рабочая стратегия. Нет, они просто, у них не попадают пальцы по клавишам, поэтому они такие, ой, я хочу, но не могут написать это. Смотри, там кто-то полетел, прикольно так. О, смотри, видишь, хотят с нами дружить, это все, видишь, хотят со мной и с тобой дружить, потому что ты популярная, а я дружу с тобой, поэтому хотят дружить и со мной. Я, пишет девочка, отлично, тогда давай я... Во-первых, создам семью. Создал семью, добавил в семью тебя, добавил в семью, ага. Еще девочку. Так, крошка Ева, вы присоединились в мою семью. Девочка, ты ж хотела дружить с нами. О, отлично, вот у нас еще одна девочка. Так, я продолжаю, я сейчас так ожидаю на тебя сяду. Давай. И я попытаюсь найти еще какого-нибудь друга. Давай посмотрим. Так, кто еще хочет с нами дружить? Ну давайте, я знаю, вы видите Еву, и вам прямо хочется с ней подружиться, хочется пойти с ней покемпиться, или вот на площадку, или куда угодно. Я пишет, отлично, Ева. Так, отлично, видишь, Соня какая-то. Из-за того, что ты у меня есть, у меня появляются новые друзья, новая семья. Ой, мне приятно. О, смотри, еще у меня прям толпа.
толпа друзей. Ой, посмотри. И еще. Слушайте, она написала «я», а теперь отклоняет и сидит и плачет просто на полу. Чего ты хочешь? Ой, правда. Чего ты хочешь? Чего ты ревешь? Что-то а? Как-то... Непонятно. Так, ну все, сейчас мы с моими друзьями и, разумеется, с тобой пойдем на площадку. Так, ну что, Ева, пойдем на площадку. Давай. Вместе с моими друзьями. Где мои друзья? Пойдемте, друзья. Друзья, где моя семья? Где мои друзья, моя семья, моя кто угодно, как я сказал, странно. Вот Соня. Ева, нет! Что? Они вышли из семьи. Что? О боже. О, так, нет. Все, я здесь не хочу больше искать семью. Пойдем, Ева. Семью, точнее, друзей. Я думаю, может, мы там найдем себе новых друзей, я не знаю. Давай. Тут вот девочка бежит с... Кто это вообще? Это фламинго или это страус? Мне кажется, это страус и яйцо, да, с какой-то, видимо, я не Ой, понимаю. Ой, это яйцо страуса? А, нет. Яйцо страуса? Я думала, что это его. А не кенгуру, случайно, слушай? Ой, слушай, очень похоже. Здорово. А вот этот страус не вылупляется из яйца вот этого кенгуру? Да не должно же так быть. Посмотри, там даже хвост есть и уши. Где ты у страуса видел такое? Ой, и правда. Давай следить за вот этим яйцом. Давай. Так, и параллельно, разумеется, будем искать друзей. Так, играю, видишь, мне так весело тут с тобой, очень классно. Так, покатай меня, Ева, катай так. меня. Ева, ой, катай я меня. Я уже уселась, извини. Катай. О, спасибо, Ева, с тобой так весело, с тобой так классно дружить. Значит, что, ребят? Что? Кто это такой вылупился? О, боже. Это бандикут. О, Ева, смотри, тут девочка с волосами, как у тебя, и она вообще похожа на тебя, она тоже зеленая. Она вся зеленая, Ева. Она, как ты думаешь, она захочет дружить со мной из-за тебя? Ой, я думаю, да. Так, кто дружить? Ой, ну немножко. Рэнджел Хе, двоеточие, БНМ, амперсан. Звучало как заклинание. Да, как заклинание. Это потому что оно и есть. Так, кто дружить? Куда она делась? Она убежала. Сейчас я с воздуха. Поддержка с воздуха, прием. Первый. Поддержка с воздуха есть. Так, что-то нет ее. Она куда-то дернула. Мне кажется, вот сюда она прибежала. Подожди, такая проверю. Ты думаешь? Давай глянем. Давай найдем. Ой, это ты, я думал, это она. Я хотел сказать, о, вот она. А, да, вот она, смотри. Что, правда? Да, я попробую написать ей. Отлично, давай. Я написал ей год дружить, но она только, по-моему, покупает вот этих вот... вот эти яйца. А сколько они стоят? 750. И она столько их накупила. Слушай, она их накупила прям много. О, господи, у меня даже столько денег нет. Вообще, у меня 827, только на одно такое куда яйцо. Да, она побежала. Ну, она не хочет со мной дружить. Ева, по-моему, ты недостаточно, так сказать, крута для того, чтобы заставить ее дружить со мной. Посмотри, она такая, по-моему, она такая недовольная еще. Посмотри, она стоит такая, руки так на груди сомкнула. Такая, ха, посмотри на это. Ну, Ева, я начинаю грустить. Не получается становиться популярным только из-за того, что у тебя есть популярный друг. Так, сейчас все будет. Мечта лиса, давай дружить с нами. Интересно, что она ответит. Интересно, ну-ка. Она просто вышла. Что? Ева, у меня депрессия, у меня дисперсия. Ева, у меня дисперсия. Все, Ева, пошли заедать горе, Ева, я больше не могу так. Пойдем. Я думал, что я быстро стану популярным, но как-то пока быстро не идет. Ребята, пишите в комментариях, что еще нужно сделать для того, чтобы стать популярным, и что бы вы хотели, чтобы я сделал в игре Adopt Me. Ну, разумеется, как обычно, самые залайканные, скорее всего, будут выполняться мной в следующей серии. Ева, я пиццу пошел делать, я вообще жду тебя, давай. Ага, я иду. Да, ты пиццу будешь вообще? Конечно, буду. Так, всего добавляем, всего потихонечку. Ева, для тебя пицца готова. Пожалуйста, возьмите. Это вам. Ой, спасибо. О, ты так подкинула, как будто ты такой повар прям профессиональный. Ой, я профессиональный повар, а ты что, не знал? Знал, конечно, извините, пожалуйста. Так, Адель, давай вместе кушать, давай. Я профессионально кушаю. Профессионально поедаешь профессионально сделанную пиццу. Да, в глаз кушаю, кстати, глазом кусаю. А нет, ухом, подожди, ухом. Слушай, реально ухом. Что не так с тобой? Кстати, мой шибер тоже хочет есть, поэтому. Ой, я давай, считаю, покормим его. Надо, он будет пиццу. Надо покормить шибера. Ну, слушай, я думаю, а почему бы
такой, нет, так, пожалуйста, кушай, Шибер. Слушай, Шибер спокойненько съел пиццу. Шибер, а что ты еще хочешь? Хочет попить и хочет покемпиться и поспать. Слушай, я думаю, надо отнести его сначала в школу. Пойдем со мной в школу. Давай, А потом покемпимся и спим. Наелся и спит. Так, собственно говоря, это у нас центр. Так, а чё, слушай, у тебя же тоже есть на ком летать, почему ты не летаешь? Ой, да мне так хорошо, пусть ниты отдыхают, я их не беспокою. Слушай, мне нравится вот эта вот девочка, она так смешно ходит, посмотри, она такая ручки расставила. Где-где-где? Вот это, да-да-да. А вот тут стоит на мосту, да. Вот посмотри, она так смешно ручками дергает, посмотри. Ой, правда. О, это так забавно, боже. Ладно, все, пойдем. Нам надо, во-первых, сначала напоить моего Шибера. Давай. Так, это вот в школу. Школу. Школа, да-да-да. Я смотрю, Шибер у тебя всеядный. А, да, такой. Молодец. Так, Шибер, давай, давай, пей. А, я лег! Ты меня уронил, Шибер, ты чего? Он так быстро пьет, кстати. А теперь иди и спи. Эй, Шибера! Да, в смысле? Подожди, ну, он не покушал еще? Он уже покушал. Давай, Шибер, что? А вот тут я. Все. А я посижу на диванчике и посмотрю на вас. Ой, ты как взрослый человек, соответственно, да. Я только на диванчике можешь сидеть. Да. А это панда твоя? А, нет, это вот Вики. Вот это да, его. Это не моя панда. Ой, так, Ёши! Ну что, полетели кемпиться? Стой! Что? Я, кажется, заметила, что у тебя на футболке такая же маска, как и у меня. Так, минуточку. Так, а ну-ка встань рядышком. Так, Шибер мешает. Сейчас вот так, вот так лучше? Вот так, вот, о, все, отлично. Да, слушай, такая же маска. О, я когда делал костюм, я даже не думал об этом, слушай. Ого, вот так. Так, ну что, я думаю, Ева, мы не успели покемпиться. О, нет. О, боже мой. Слушай, Ева, моя затея не увенчалась успехом, поэтому я думаю, что нужно спросить у более опытных ребят, либо, ну, то есть у Ланы, например, либо просто взять и попросить ребят в комментариях помочь стать популярным. Да, похоже, придется таким способом становиться тебе популярным. Прибегнуть, да, к внешним силам. Так что, ребята, если у вас есть идеи какие-то, обязательно напишите их в комментариях. И самые залайканные я буду проверять. И я думаю, мне поможет Ева или там Лана с Ульяной еще плюс ко всему. Ну, короче говоря, будем стараться. А на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, на колокольчик нажимайте. И всем пока! Пока!